Швейцарский политический деятель Фредерик Сезар де Лагар родился в 1754 году. Он учился в Женевском, а затем в Тюбингенском университетах. Придерживался республиканских взглядов. В 1782 году по приглашению Екатерины II Лагар приехал в Россию, где стал воспитателем будущего государя российского Александра I. В 1816 году Лагар уехал в Лозанну, где скончался в 1838 году. По свидетельству Ключевского, Лагар был атеистом.